Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». Наступил второй месяц весны. Он приносит с собой тепло, на деревьях появляются почки, распускаются цветы, возвращаются с юга перелетные птицы. В это время стремительно сходит с земли снежный покров и журчат ручьи. Но резкое потепление сменится незначительным похолоданием. Подробнее расскажут синоптики. В Карачаево-Черкесии местами дождь, в горах со снегом. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 5, в горах до 6 градусов мороза, а днем плюс 5-10 и местами минус 1 плюс 4. В Черкеске ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 2, а днем 6-8 градусов тепла. Какую ответственность несет водитель за управление транспортным средством в состоянии опьянения? Какие мероприятия реализуются в республике в сфере профилактики безопасности дорожного движения? Каковы основы административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения? Какова динамика дорожно-транспортных происшествий в республике? И какая работа в целом проводится прокуратурой в данном направлении? На эти и другие актуальные вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Бели Джазаевой ответит прокурор отдела прокуратуры Карачаево-Черкесии по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции Беслан Шебзухов. Доброе утро всем. Доброе утро, Беслан Фралевич. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И сегодня у нас будет такая очень актуальная, наверное, проблема. Одна из актуальных проблем, которая существует, это пьяные водители. Значит, какая ответственность, да, за то, что они ездят пьяными? Первый вопрос мой будет звучать так. Какие мероприятия реализуются в республике в сфере профилактики безопасности дорожного движения, в том числе управления транспортными средствами в состоянии опьянения? То есть мне бы хотелось узнать о профилактике. Вопросы безопасности дорожного движения, а именно выявление и пресечение фактов управления лицами транспортных средств в состоянии опьянения являются одним из приоритетных направлений деятельности всей правоохранной Карачаево-Черкесской Республики. На сегодняшний день в целях профилактики и пресечения выявления данных правонарушений органами внутренних дел проводится значительная работа. На регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия, к участию которых привлекаются основные силы заинтересованных ведомств. Их деятельность реализуется на территории республики с учетом аварийности и иных обстоятельств на определенных городов и районов территории республики. В результате за 2021 год задержано 479 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, будучи лишенными такого права управления ранее, то есть повторно управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Органы внутренних дел республики выявлено 1344 лица, совершивших административные правонарушения в данной сфере. Угу. А каковы основы административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения? Правила дорожного движения Российской Федерации запрещают управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического либо иного опьянения. За допущение данных правонарушений законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность в зависимости от степени наступивших последствий. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения водитель может быть подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Аналогичная ответственность предусмотрена также в отношении водителей, которые передали управление транспортным средством лицам, которые находятся в состоянии опьянения, а также в отношении лиц, которые отказались от прохождения
свидетельствование на состояние опьянения. Данная ответственность предусмотрена статьями 12.26 и 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ранее статья 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривала уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, а также за отказ от прохождения свидетельствования на состояние опьянения на законное требование уполномоченного должностного лица. С 12.07.2021 года федеральным законом номер 258 внесены изменения в эту статью, внесена часть 2, согласно которой за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также лицам, имеющим судимость за совершение преступления аналогичной категории, а также имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренных частями 2, 4 и 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, теперь уже грозит наказание, максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, а также назначение обязательного дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью сроком до 6 лет. Таким образом, законодателям обращается повышенное внимание на повторность совершения данных правонарушений. Данная позиция обусловлена в первую очередь судебной практикой, участившимися такими случаями, и первоочередно также в связи с тем, что автомобиль сам по себе является источником повышенной опасности, тем более под управлением лица, находящегося в состоянии опьянения. А какова динамика дорожно-транспортных происшествий у нас в республике? К сожалению, на территории республики за 2021 год отмечается рост числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, а также числа зарегистрированных преступлений в данной сфере. Общее число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий за 2021 год увеличилось почти на 5% и составило 3299 таких фактов. А число зарегистрированных преступлений в данной сфере также увеличилось почти на 15% и составило, очень много, да. И составило 62 таких преступления. Из них со смертельным исходом зарегистрировано 16 преступлений. По преступлениям, предусмотренным статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, также отмечается рост на 3%. Таких на территории республики зарегистрировано 442 преступления. И необходимо также отметить, что в результате совершения данных преступлений на территории республики погибло 53 человека. 8 человек погибли по вине лиц, которые, имеется в виду водители, которые находились в состоянии опьянения, четверо из которых это дети. Какая работа проводится в данном направлении прокуратуры республики? Органами прокуратуры республики проводится значительная работа по обеспечению безопасности дорожного движения, и в том числе в данной сфере. Данная работа построена во взаимодействии со всеми заинтересованными органами, как органами внутренних дел, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и иными органами. Каждая процессуальная проверка в данной сфере находится на контроле прокурора, в особенности по которым ранее установлены незаконные итоговые процессуальные решения. К примеру, если говорить о работе по отмене незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела и только по сообщениям о преступлениях, предусмотренных статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то прокурорами за 2021 год отменено 26 таких незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. И по результатам дополнительных проверок, которые контролировались прокурорами, возбуждено 8 уголовных дел. Состояние законности в данной сфере находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики. Проводится также работа по координации деятельности всех правоохранительных органов. К примеру, в связи с ростом числа зарегистрированных произошедших ДТП, в том числе со смертельным исходом, в ноябре 2021 года прокуратуры республики вопросы состояния законности в данной сфере, а также практики прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения обсуждены на заседании коллегии прокуратуры республики, выработаны дополнительные меры, направленные на обеспечение законности в данной сфере, и в мероприятиях, которые предусмотрены решением коллегии, задействованы все заинтересованные ведомства. Как я уже повторял, это органы внутренних дел, органы прокуратуры, органы местного самоуправления и иные заинтересованные ведомства. Ну что же, я благодарю вас за полную информацию и хочу сказать о том, чтобы все, кто садится за руль автомобиля в состоянии опьянения, всегда думали о том, что это может закончиться очень-очень плачевно. И будем призывать всех быть трезвыми. Да, спасибо вам. Спасибо вам.
Познать азы бизнеса посредством истории предпринимательства. На базе КЧГУ имени Умара Алиева прошел региональный этап Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов. Организаторами является Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». На мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. В региональном этапе 8-й Всероссийской олимпиады по истории предпринимательства в России приняли участие студенты КЧГУ и СКГА. Участникам необходимо было ответить на 5 блоков вопросов и написать сочинение эссе на одну из предложенных тем. Председатель Карачаево-Черкесского отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Игорь Гонов отметил, что наши студенты не первый год принимают участие в этой олимпиаде, достойно представляя наш регион. Олимпиада проводится исторически. С участием студентов и аспирантов. Как правило, практика показывает один в стенах этого вуза. Олимпиады прошли в среднем от 35 до 40 студентов. Призеры у нас, как поощрительные, дается право, возможность от имени Деловой России регионального принять участие в всероссийском. Для наших студентов это возможность проверить свои знания, и может в будущем это даст им толчок для создания собственного дела, отмечает декан исторического факультета КЧГУ Наурус Уртенов. История предпринимательства России всегда будет востребованным предметом, уверен он. Наши студенты уже не первый год здесь на месте занимают первые места. И в прошлом году студент исторического факультета Дагов Беслан здесь на региональном этапе занял первое место. И уже там, в Москве, когда был финал, он там занял, вошел первую десятку из 64 команд, которые там участвовали. История предпринимательства России – непростой предмет, и на Олимпиаде нам приходится отвечать на достаточно сложные вопросы, говорят студенты. Помимо этого, необходимо написать сочинение эссе на определенные темы. Лично для меня эта Олимпиада имеет такое первоначальное, скажем так, такой своеобразный смысл, так как вообще тема эта мне очень близка. Всегда хотел стать предпринимателем. Сама эта тема вообще, как бы там ни было, является, скажем так, одной из первоочередных. Предпринимательство играет важнейшую роль в жизни любого государства, любой страны. Да, предмет сложный, но мне как бы нравится заниматься предпринимательством. Хочу в будущем стать предпринимателем, кроме основной работы. Не знаю, мне более близка эта тема, и я заинтересован этой темой. После проверки ректор КЧГУ Таусултан Узденов, руководитель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Игорь Гонов наградили победителей и призеров Олимпиады грамотами и кубками. В итоге первое место занял студент СКГА Руслан Ульбиев. Второе также досталось студентке Академии Марьям Баташевой. А третье место получил студент КЧГУ Беслан Дагов. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Поступить в МГИМО без экзаменов? Вполне возможно. Приятная весть прилетела из Москвы в Карачаево-Черкесию. Руслан Охтов стал лидером Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады школьников «Умницы и умники». И уже в сентябре он станет студентом ГИМО. Он сумел достойно пройти сложные испытания. В финале участвовали подготовленные по всем направлениям дети. 30-й юбилейный сезон Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» проходил на тему «Ее Величество Волга. География, история и культура». И эта тема принесла нашему земляку вот такую победу. Весна постепенно вступает в свои права, заменяя зимние холода теплой погодой. Впрочем, для поклонников отдыха на заснеженных курортах Карачаево-Черкесии по-прежнему доступны занятия любимыми видами спорта, в чем убедился и наш корреспондент Артур Мхце. Трассы идеальные просто. Курорт – это лучший просто курорт по сравнению с другими. Ну, на каких курортах еще был? Роза Хутор, Домбай, Эльбрус. Ну, вот этот, он более под Европу заточен, поэтому мне здесь как бы больше всего нравится. Это не единичное мнение. Подобные слова можно услышать от большинства туристов, опрошенных нами на склонах Архыза. Несмотря на то, что на большей части Карачаево-Черкесии люди уже подумывают о летних видах спорта, здесь в приоритете остаются экстремальные зимние дисциплины.
Часто здесь бываем. Прекрасная погода, развивающаяся инфраструктура, хорошая атмосфера, прекрасная кухня. Вот сейчас очень многие говорят, что закрыты многие курорты. Способен ли внутренний туризм заместить, скажем так, потребности наших граждан, хотя бы частично? Я думаю, что на 100% способен. Здесь рядом Эльбрус, здесь развивается все. Катание здесь и снег даже лучше, чем в Австрии. Те люди, которые влюблены в этот в горы, в лыжи, в сноуборды, то есть они для себя здесь откроют много очень интересного и познавательного. Нет, не проблема, что сейчас закрыты курорты Европы. Я думаю, здесь очень хорошо. Да, прекрасные склоны. И, конечно же, привлекает местный колорит. То есть национальный. Включая Черкесия, республика со своими особенностями кухни и гостеприимством. С удовольствием сюда ездим. Если кого-то на равнине подобная погода, возможно, огорчает, то в горах поклонники скоростного спуска на лыжах или сноуборде от нее явно в восторге. Поэтапное развитие курорта позволяет в перспективе рассчитывать на постоянный прирост численности туристов. Но и нынешние показатели не могут не радовать. К примеру, только в этом сезоне услугами горнолыжных инструкторов Архыза воспользовались немало людей. А ведь куда больше тех, кто и сам прекрасно катается. На данном этапе уже у нас достаточно зеленых трасс для начинающих. То есть так, мы как школа, мы очень много ставим гостей, в принципе, на лыжи нулевой уровень. Там, в этом сезоне мы преодолели где-то так 15 тысяч учеников было в этом сезоне поставлено. Соответственно, зеленый уровень. Мы располагаем и синими продолжающие, а дальше уже кто более там, ну, когда повышает скоростной уровень, то есть у нас и красные, вот, в том числе соревнования на красной трассе, и располагаем и черными. То есть в Архызе есть все. Например, главная достопримечательность Архыза – его природа остается неизменно притягательной и красивой при любой погоде. Тем и хороши подобные курорты, что им в любое время года есть чем порадовать посетителей. Артур Мхце, Максим Долгов, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыз. Настало время нашей постоянной рубрики «Афиша». Наш обозреватель Альбина Курачинова-Кенджева сделала подборку картин, которые сейчас в прокате. Приятного просмотра. Доброе утро, дорогие телезрители! Как ваше настроение? И вот что я подготовила для вас на этой неделе. Фанаты великолепной отечественной картины «Служебный роман» смогут увидеть фильм, полюбившийся миллионам, на большом экране. Робкий холостяк Новосельцев решает приударить за строгой начальницей Людмилой Прокофьевной. А что из этого выйдет, смотрите в кино. Жил-был Кощей, молодой, красивый и пока еще смертный. Полный метр во вселенной сериала «Сказочный патруль». В древние времена люди и сказочные существа жили вместе, пока в Дивноземское княжество не нагрянул белый призрак, способный уничтожить весь мир. Но лишь одному герою под силу остановить чудище. Далее в нашем списке комедийный мультфильм «Потеряшки и тайна волшебной пирамиды». Малыш Спарк оказался на свалке в мире потерянных и ненужных вещей. Но одиночество ему не грозит даже здесь. Довольно быстро он находит друзей по несчастью, с которыми отправляется на поиски волшебной пирамиды загадочного места, где брошенные вещи могут стать нужными. На этом у меня все. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. До встречи! Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14:30 смотрите «Вести Карачаево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра.